Молодые повинны пройти под рушником. Коли ласка по рушнику. Богатые, як кажух калмат. Вели каханне сярод жыццёвай мітусні і безладіцы. Марыйка держыць, а Анатоль замыкае замок жалезны, які скрапляе ваше пачуцці. Караваи, 1,5 яец, от 9 коров масла, 7 крыниц вода, 7 полей пшеница. И он с армии деньги присылал, на новой земле служил. Ну, так, перешли в свою хату, пришел с армии, живем. Надеваться надо, любить друг друга. Тем более под старость, надо уже тут двойное уважение и двойная любовь. Старшим, во-первых, и самим себе уважать друг друга.